Реализация госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатки» идет с опережением графика. В 2021 году выделят почти 900 миллионов рублей на ее реализацию. Как сообщили в правительстве края, в госпрограмму входит еще 10 подпрограмм, самые значимые из которых – сейсмостойкое строительство, переселение из аварийных домов и соцвыплаты на приобретение жилья. В планах на следующий год завершить монтаж конструкции домов по программе повышения сейсмоустойчивости в микрорайоне Приморский в Вилючинске. Сейчас правительством края ведутся переговоры о перераспределении средств, выделенных на эти цели на 2022 и 2023 годы. В связи с опережением графика планируется освоить их уже в ближайшие 2 года. Так, на реализацию мероприятий по сейсмоустойчивости в Вилючинске планируется выделить дополнительно 500 миллионов рублей. Главная задача на следующий год – это проектирование. На разработку проектно-сметной документации запланировано 76 миллионов рублей. В следующем году завершится переселение из аварийных домов в селах Седанка и Тигиль Тигильского района. На 2021 год мы впервые со времен 2017 года обратились за предоставлением стимулирования жилищного строительства. По программе это у нас входит строительство инженерных сетей, дорог и социальных объектов. И если в 2017 году мы получили 80 миллионов на строительство детского садика на Северо-Востоке, то на 2021 год и последующие мы трехлетку мы планируем получить значительные суммы на строительство инженерных сетей как в Петропавловске-Камчатском, так и в Елизовском районе. Это у нас микрорайоны Северный, Вулканы и Елизово. Вопрос о размерах финансирования и в какие сроки они будут доведены в случае принятия положительного решения, оно находится вот, собственно, в стадии обсуждения при утверждении федерального бюджета. Нам будет до конца, я думаю, ноября-декабря уже понятны цифры и суммы, которые мы получим. Основными задачами госпрограммы являются создание условий для массового жилищного строительства, повышение сейсмостойкости, переселение из аварийного жилья, повышение доступности ипотечных кредитов, предоставление молодым семьям соцвыплат на приобретение жилья или строительство дома.